Если верить Велесу, то Морок живет где-то здесь. А он точно бог? Раз с ним могут справиться четыре кота и старая женщина. Спокойно, мы справимся. Велес благословил наше оружие своими рунами. Надеюсь, благословляет он лучше, чем рисует. Сейчас мы найдем этого Морока и... Нет! Лететь в обрыв — это не по плану! Это лучшая команда охотников на нечисть. А я так рассчитывал увидеть вас в деле. Ну, раз хотел, нельзя расстраивать бога. Бабмаш, можно было аккуратнее ехать? Это дороги такие. Я не виновата, что тут наш президент не ездит. Подскажите, пожалуйста, это Богородицк? Расскажу я тебе про наш городок. Ты же хочешь? Чего? Я же вижу. Население 5000 совсем небольшой. Уже меньше. Это Вова? Ну да. Ленка стала вдовой. Скуки нет вокруг, слухи тут создают. Маринка родила. Прям в парнике. Может, в шахте? Да-да, так прикольнее. Звоним всем и рассказываем. Визажист и юрист, парикмахер, экзорцист. Пашем на фабрике все. Либо надо чаще проветривать салон, либо мы приехали куда нужно. Пошла вон! Все и так думают, что у меня сосиски из вас сделаны. Ну давай, я отомщу хоть тебе за то, что моя кошка сидит на руках у всех, кроме меня. Ах ты, тварь! Я тебя на кусочки покромсаю, сволочь блохастая! Я же тебе говорил, у него сосиски из кошек. Рекс, ты куда? Быстро ко мне! Мужчина, вы куда? Вы заказ не забрали! Светлана, стойте! Вы готовите, я доставляю! Такой был уговор! Стой! Стоять! Светлана! Ушла, скотина! Рекс? Стой! Стойте! Так вот, зачем все на велосипедах работают? Сейчас? Да помолчи ты, пока рано! Говорил же, помолчи! Я хотел кошку, фаршированную сосиской! Такой деликатес профукали! Надеюсь, ты пожелала нам приятного аппетита. Нет, она пожелала вам приятных снов. Не бойся, не бойся. Я не причиню тебе вреда. И зачем нам она? Уличные кошки самые живучие. Я заберу тебя к себе, и ты будешь моей второй кошкой. Второй, поняла? Номер два. Помогите! 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 За мной гонится маньяк! Вы не из доставки? Нет! Я спасу ее! Не надо никого спасать! Бабмаш, может, ты не в курсе, но не все женщины владеют боевыми искусствами. Да глаза разуйте! В жизни бы маньяк ее давным-давно догнал. Должно быть, это иллюзия Морока. А если ты ошибаешься, ее реально убьют.
все не вопрос. Морок? Бог лжи и обмана. Это наверняка его рук дело. Я поменялся телами с женой? Теперь моя очередь сидеть дома и ничего не делать. А зачем он все с иностранных фильмов ворует? Мы случайно не Бондарчука ищем? Что там, Бабмаш? 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 Черт, похоже, ее заколдовал Морок. Мой дед, вообще-то твой сын, Хуан. Не нервируй меня, или я впаду в кому, пересплю с твоей пропавшей сестрой, а Джузеппе тебя возненавидит. Извиняюсь, от этих бразильских сериалов оторваться невозможно. Сдается мне, я знаю, кто живет в том замке. Какой еще Дамблдор? Она про Морока. Дайте мне 2 минуты, и я с ним разберусь. С дуба рухнул, Эджбог. А, да. Тогда 3. Ну что вы встали? Заходите, чувствуйте себя как дома. А вы родом из какого-то гетто? Ладно, проходите. Я наслышан о вас и знаю, зачем вы пришли. Держите. Думаешь, мы так просто тебе поверим? Ты же бог обмана. Вот именно бог, а не какой-нибудь чиновник. Мне не обязательно обманывать постоянно, тем более пенсионера. Я тоже не хочу, чтобы Марана воскресла. Ты кому чешешь? Она твоя мать. Правильно, и я не хочу как раньше. Иди сделай то, иди сделай это. Я взрослый состоявшийся бог. Она постоянно использовала меня в своих целях. Ей было все равно, чего хочу я. Да брось заливать. Надо переправить новые души, отправить самого младшего. Конечно, младших в семье для всякой такой ереси и рожают. Да все, верим. Счастливого пути. Благо он будет недолгим. Какой еще порох? Я думал, язык — это единственная мышца, которая у тебя нормально работает. Черт. Тертая поганка, листья полыни, толченое жало веретеницы и 7 капель крови кикиморы. Бабмаш, я бы рецептам из интернета не доверял. По-моему, так себе суп получится. Это не суп, это зелье, благодаря которому она сможет понимать меня и разговаривать. Ты тоже такое когда-то пил. Фу, хорошо, что я это пил до того, как стал сознательным. Так нечестно! А где мои крылья? Видать, я что-то напутала с зельем. 7 капель крови кикиморы и соль. Ручка закончилась. Ладно, соль-то я точно запомню. Ну смотри, без соли это зелье для тех, кто на самолетах летать боится. Паштет, хватай ее! Я пока найду соль! Убери от меня свои лапы! Сработало! Нифига не сработало! Его лапы все еще на мне! Убрал быстро, утырок! Тихо-тихо, не ссорьтесь! С этого момента мы одна команда! Только не это! Бабмаш! Да как тут не уснуть? История про собаку как-то вообще не цепляет. Да ты-то тут при чем? Видать, у нас в городе какая-то нечисть. 90-летняя бабушка с шизофренией утверждает, что видела оборотня? Бабмаш, ты вроде не такая старая, чтобы верить всему, что пишут в газетах. Мы должны проверять любые зацепки. Собирайся, паштет. Отлично. А мне что делать? Бабмаш, вы там что, дверь не можете захлопнуть? Да не, мы этого оборотня не смогли хлопнуть. Боеприпасы кончились. Следите за сундуком, а я за серебряными пулями. Ты ее слышала? Следи. А ты что делать собрался? Бесполезно. Я пыталась его грохнуть, он ни в какую. Нет, нет, только не это.
Подожди, ты мог в другую сторону этот осколок кинуть? Теперь кому-то ремонт машины возмещать? Да не парься, баб Маш. Вряд ли кто-то подумает на бабку с котами. Подсунул нам бомбу. Кем он себя возомнил? За мной, разберемся с ним. Ты же видел, что оружие Велеса не сработало. А ты что предлагаешь, Кутузов? Сжечь его? Оружие Велеса должно было его убить. По какой-то причине его силы больше, чем мы думали. Что мяу-мяу? Хотя бы по-кошачьи нормально скажи. Я поменялся телами с женой? Теперь моя очередь сидеть дома и ничего не делать. Вот оно, иллюзии, это же тоже обман. Скорее всего, они и дают Мороку сил. Попробуем от них избавиться. Чего? У нас патронов меньше, чем тут людей. Да не надо никого убивать. Попробуем разрушить эти иллюзии. Может, это прозвучит странно, но вы живете в иллюзии. Баб Маш, ты в порядке? Да, нормально все. На полевой кухне за добавку похлеще толкались. Все ясно. Морок предусмотрел защиту. А что, если сюжеты у этих иллюзий постоянно повторяются, потому что их никто не заканчивает? Я поменялся телами с женой? Теперь моя очередь сидеть дома и ничего не делать. Рано радуешься. Попробуй сначала поживи, как она. И это всего лишь один час ее жизни? И впрямь работает! Помогите! Помогите! Лёша? Так это ты всех убивал? Я Валера! Я потому и убивать начал, что вы мое имя не знаете! Не нервируй меня, или я впаду в кому, пересплю с твоей пропавшей сестрой, а Джузеппе тебя возненавидит! Вы любите друг друга и все равно будете вместе! Да пошла ты! Не лезь к нам! Ого, сколько у нас общего! Ага! Ох, а ты молодец! Сама б я не решилась закончить эту историю! Посмотрим, что ты теперь скажешь. Моя вина. Надо было сделать вам дверцу для кошек на двери. Эй, выпустите меня! Произошла ошибка! Я не оборотень, я обычный человек! У меня ипотека, начальник, урод и трое детей! Даже если так, я бы на твоем месте там осталась. Выпустите, пожалуйста! Здесь мало воздуха! Я начинаю задыхаться! Ага, так я тебе и поверила! Ха, думаешь, меня так легко провести? Ну, дело твое! Сиди там и молчи дальше! Черт, 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 черт! Фух, живой! А я думала, ты гонишь, что задыхаешься. Нет, я гнал, что я человек! Оборотень сбежал! Нам хана. Не, я думаю, он вряд ли вернется. Да нам от баб Маш хана. Быстрее, надо его найти. Ну и как его искать? Да расплюнуть. Нам люди помогут. Вы видели, какой огромный волк? Капец, там волчара был. А чё было-то? А то я переборщил с тонировкой. Небось, тот волк из зоопарка сбежал. Ты видела, какой волк? Вот такого размера я собаку хочу, а не эту крысу. Я на блесну вчера щуку поймал. Кило 700 где-то. Еще и за руку цапнуло больно, зараза. Мы, походу, поворот пропустили. Ну вот, твой план провалился, и как мы теперь его найдем? По следам. Вниз-то посмотри. Предлагаю отметить мое возвращение праздничным семейным ужином. Все к столу! А выглядит, как обычная счастливая семья. Серег, ты в обличье человека. Черт, постоянно путаюсь. Дорогой, помоги накрыть на стол. Ну, необычная, но все равно счастливая семья. Подожди, подожди. Сначала дождемся маму. Она обещала привезти фирменное блюдо. Ой, а я уж думала сказать, что забыла. Соседи бывают разные, и войны они ведут. Коты, бабки,
Вы снова хотите убить меня за музыку после 11? Даже не думай, мы на это не поведемся. Спасибо, а то я был не готов к такому мощному отопительному сезону. Не понимаю, он же должен был лишиться сил. Нет. Видимо, после кастрации у тебя ни один из стволов не работает. Что тут смешного? Кто смеется, я спрашиваю? Выходи один на один. Ты живой? Ну, конечно. Я же бог лжи и обмана. Не забывайте, это я придумал, что покупная вода лучше. Ладно, у меня еще столько дел, уходите. Да я ж бог обмана, вы чего, не привыкли еще? Живыми вы отсюда не уйдете. Пес, меня подери, откуда у него столько сил? Мы же уничтожили его иллюзии. Вообще, мы думали, ты нам на это ответишь, жертва Урана. Думай, откуда он еще мог взять силы? Нет, тем более... Подождите. Вот оно, мы забыли завершить мюзикл. Здорово, теперь меня съедят. Нытик, я в Криволучии каждый день в таком страхе жила. Спасибо, что шли за мной. Будет у нас второе блюдо. Слушай, ты, если ты нас не отпустишь, то придет баба Маша и... И будет еще и десерт. Старухи, они же хрупкие, как безе. Разберемся с ними сами. Я знаю, где взять серебро. Я тоже, но до ломбарда далеко. Я знаю место поближе. Зефир, может, ты уже что-нибудь сделаешь? Да я пытаюсь. Не все женщины могут ездить на механике, а коты-то подавно. Извините. Расскажу я тебе про наш городок. Ты же хочешь? Не-не-не. Я же вижу. Население 5000 совсем небольшой. Стойте! Давайте вы нас сначала съедите. Мы-то домашние, нас будут искать. Точно! Ага! А он пусть проветрится пока! Хя! Ха! Хя! Сколько ночей я мечтала об этом моменте! Отлично, ты выбрала время для мести. Наш Богородиц! Эй, Трофим, если ты не перестанешь слушать этот мюзикл, то следующее, что ты услышишь, будет похоронный марш. Я не знаю, как это остановить. Ты же вообще про все знаешь. Только не про мюзиклы. Мне кажется, их смотрят только те, кто в них снимается. Да добрые песни они заканчиваются. Что? Мюзикл «Кошки» просто бомба. Там все такие красивые, прям как я. Добрая песня, значит, да? Вместе с другом возможно все, бедам всем назло. Ведь дружба всех сильнее. Если кто-то обидел вас, это прими, смеясь, и станешь ты мудрее. Полон мир добра, и как скажете не любить его. Слушайся сердца своего, оно тебе подскажет любовь. Ты чего застыла? Надо уходить, пока они не поняли, что у нас всего 4 пули и не вернулись. Зефир, ушам своим не верю. Где ты так петь научился? Это же вы по заданиям ходите, а я тут всякие онлайн-курсы прохожу. Ну и где эта сволочь? Я бы мог обидеться, но не буду. Опять врешь! А ты уже разбираешься. Я знаю, о чем ты мечтаешь. Ты хочешь свой дом, семью, хочешь быть человеком. В моих иллюзиях ты можешь быть кем угодно, а взамен ты убедишь остальных уехать из города и оставить меня в покое. Гречка, сопротивляйся! Не дай ему тебя обмануть! Да, я хочу быть человеком.
Но жить в иллюзии я не намерена! У меня идея получше! Я тебя убиваю, а ты умираешь! Нет, нет, подожди! Зарян, предложение действует только сейчас! Готово! Да, мы убили его! Вот это командная работа! Все постарались! Вообще-то я его грохнула! А, так вот кто тут эгоист! Спасибо вам за помощь! Вы разрушили чары, и мы снова можем жить, как раньше! Да! Точно! Да, спасибо! Предлагаю в караоке отметим это! Кстати, а вы реально разговариваете, или это была иллюзия? Зачем ты ответил, что мы разговариваем? Это вам не игрушки! Рано радоваться! Нам предстоит найти еще два осколка, и я ума не приложу, где искать! Нет, разломать этот на три не прокатит. Гречка, я не ошиблась в тебе. Ты не испугалась самого бога. Ой, да ладно! Это же не пылесос? Не, они реально стрёмные какие-то. Залезай, пора ехать. Вот он был полосатого цвета. Довольно-таки мне понравился, он был красивый. А ну-ка не выключайте видео. Сейчас анонс будет. Гляньте его, и мне прибавка к пенсии капнет. Вот что будет показывать телеканал «Дважды два». Наконец-то я завоюю свое родное измерение! Прямо сейчас начнется черепашья Мочилова! Чё? Скажи что-нибудь! Чего это мне верить говорящему мозгу? Вам лучше пойти с нами, учитель! Найдем железного человека и остановим его! Постарайтесь не влипнуть в неприятности! А жареных гвоздей пожевать не хочешь? Я надеялся на эти слова. Черепашки-ниндзя! Черепашки-ниндзя. Переозвучено для «Дважды два».